Уникальные самолеты «Эболиты» построят в Германии. Авиакомпания «Люфтганза» разработала специальный авиалайнер для перевозки больных Эболой. Согласно планам, первые такие самолеты должны быть построены уже к середине ноября. Строительство и оснащение каждого борта обойдется в сумму от 200 тысяч до миллиона долларов США. По данным издания, ранее проект по изготовлению лайнера был строго засекречен. Ни одна европейская страна в настоящее время не обладает спецтранспортом, на котором можно безопасно перевозить больных, зараженных смертоносным вирусом. Такими самолетами обладают только США и Россия. Они оборудованы полностью изолированной камерой, вмещающей одного человека. А вот Германия, к слову, уже приняла на своей территории на лечение уже 3 пациентов с вирусом Эбола. Один из них в начале октября уже был выписан из медицинского учреждения в Гамбурге.